У нас галявинка здоров'я присвячена Дню міста, де усе населення Дніпропетровщини може підійти до нас і виміряти артеріальний тиск або глюкозу крові. Якщо потрібно вибрати собі всеосвітню літературу, також ми можемо виміряти температуру. Якщо бажаєте, будь ласка, приєднуйтесь до нас, ми вам теж надамо консультацію. Рекомендації остаються ті ж самі, які ми зараз чуємо майже кожного дня з телевізора. Це носити маски, мити руки, держати дистанцію не менше ніж 1,5 метра окремо друг від другого. Я приїхала з моря з сипью, і ми определяли, що. Вот. Ну, він дав некоторі рекомендації, там треба, щоб проверить, возможно, что это было. Вот. И ну, растягивал мне еще поясницу, говорит, зажим там есть в поясничном отделе, и просто ну, растягивал. Я тут была на работе, и получается, я случайно пробегала мимо, а к врачу надо еще успеть дойти. И получается, у меня возникла проблема, и я смогла ее ну, даже пока не решить, но хотя бы проконсультироваться и понимать, в каком направлении мне двигаться, чтобы решить эту проблему. Это очень удобно, потому что экономит время. Очень хочется сегодня видеть улыбки всех наших городян, всех людей, которые пришли попраздновать. Но я в первую очередь врач и хочу сказать, что забота о здоровье должна быть на первом месте. И всем, кому больше 60, рекомендую одевать маски и меньше находиться близко с людьми, которые могут нас заразить. Ситуация сложная и в стране, и в мире. И самая главная задача для всех нас – сохранить здоровье и завтра прожить день хорошо и радоваться жизни много-много лет и поднимать славу Днепра на более высокий уровень.